Так, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импалта, я выиграл в конкурсе и выиграл 1 миллион баксов и 139 тысяч VIP. И мы сейчас будем открывать набор VIP. Обязательно скину вам ссылку на группу, в которой я выиграл конкурс, я занял первое место, очень хороший чувак. Он мне вот приз дал, вот 1 миллион монет у меня. А, у меня он был. Так. Очень хороший чувак. Огромное ему спасибо. Если ты меня сейчас смотришь, то большое тебе спасибо. У меня... Вот, может быть, в усиление мы давайте не пойдем. Есть, выигрываю ли я новых динозавров? Охренеть, у меня есть тиранозавр. И все. Ништяк, давай тиранозавра выведем. У меня еще тиранозавр теперь есть. Так, кто у меня еще? Это я знаю. Так. Го открывать наборы VIP, которые мы сможем. У меня 139 тысяч VIP, и мне вообще пофиг. Го откроем. Мне, правда, не нравится то, что тут не прорисовано. Но вот Go этот... Нет. Это вот тут вот, что у нас? Центр естественных наук. Так, тут вступить надо. Тут тоже надо вступить. Вот это вот плохо, то, что вступать надо. Вот давайте этот откроем. 1700 ДНК, 1700 ДНК, 355 тысяч. И Генодус. Шикарно. И 780 VIP. Генодус. Где же мой Генодус? Надо его обязательно вывести. Потому что он крут. Потом... я сразу скажу, я честно не взламывал игру. У меня... Я выиграл конкурс, дал свой аккаунт в Facebook. Вот теперь у меня вот так вот все круто. Большое спасибо тому пацану. Мастодонзавр. Вообще круть. Го еще открывать. Еще один Генодус. Пока весь VIP не потрачу, не успокоюсь. Так, еще наборы давай. Тилозавр. Круть. Эй, игра, чё с тобой? О, наконец-то. Зависло чё-то. Ещё один мастодонзавр. Прикольно. Агу, вот этот набор откроем. Солнечные часы. Гуще, вот этот набор откроем. Центр естественных наук. Так, и еще набор. Офигеть, мне тут, конечно, летает. Этот...
Короче, выпадает мне столько всего хорошего. Еще один Генодус. Я же знаю прекрасно, что у вас еще випки есть всякие. Чего мне одних и тех же? Хайнозавр. Ладно, 48 тысяч давайте оставим. Но потом тебя надо вывести. Тебя надо вывести. Так, ускорим. Генодус. Шикарно. Тебя ускорим. Они сильные, пипец, чувачки. А еще относится к випу. Вот это вот самое приятное. Так, ну-ка. Пусть вот тут моя випка будет. Тимя, давай. Соберем. А голых откормим. Какой красавец. Симпатяшный. Симпатяга. И тебя давай откормим. Так, насчет мяса. 2000. А давай дадим. Шикарно. Начать эволюцию. У меня ж 1 000 000 баксов, а это много. Я теперь могу делать все, что мне влезет. И еще раз огромное спасибо пацану, который это сделал. Огромное спасибо, что он сделал свой конкурс. Надеюсь, он на меня подпишется. Будет ставить лайки. И смотреть, как я играю. Это все благодаря ему. Вот это вот у меня чудо есть теперь. Так. Надо тебя вывести. Том. Тимя. Тимя. Так. Пусть выводится. Тебя где искать надо? В каком наборе? Давай попробуем. О! Повезло-то как. Легендарный. Ну-ка, давай-ка с ним сейчас разберемся. Легендарный. О, пусть выводится. Потом. Вот это вот давай. Давай вот это вот попробуем прокормить. Очень интересно, каков он будет. Хайнозавр. Красавец. Я в шоке. Вот этот мне фартанул, называется, выиграл в конкурсе. Обязательно вам дам ссылку на его группу, подписывайтесь в нее.
Очень хороший пацан. Вот огромное ему спасибо. Так, тебе надо прокурим. Так. Собирать. Поместить, откормить. Откормить его еще, давай откормим. Красавец. Ладно, давай схватки сходим за набор. Вот этот он мощный, конечно, я в шоке. Так, пойдем так. А кстати, где музыка? Что-то я без музыки тут своей. Так, так пойдем, так и так. Шикарно я зажил. Очень хорошо жить стал. Тут он зря, конечно, и он ступил сильно. Ну давай, ударь меня еще, если тебе так надо. Я щиты буду ставить. Я так и думал. Эх, все равно прокусил. Ладно, дам очки. Вот дебил ты. Так. И очки. Он же не дебил, чтоб меня сейчас атаковать. Хотя, походу, я дебил то, что очки поставил. Если он сейчас будет атаковать, то это будет жопа. Эх, вот я дебил. Да, я дебил. Я мог затащить. Но... Зачем? Ну вот кто меня... Я всегда же щит ставил. Кто меня заставил очки ставить? Ё-моё. Ёмозавр. Пипец. Ну ладно. Так. Вот, моя команда эпичная пойдет в бой. Охренеть, конечно, мастодонзавр, он у меня тут самый мощный пока. Вообще неумный ход, бессмысленный ход. Лучше б сэкономил. Мама.
Ну, го очки накапливать. Что он сделает? Го так сходим. Ну давай, рискни. Дебилка. Против Индоминуса полез. Ну что ж, хищник. Ну что ж, ой, пролетел-то. О, 200 баксов. О, интересный у меня дроп. Дропенский сегодня. Так, давай тебя поставим. Тебя и тебя для полного шока. Випские динозаврики у меня теперь есть, охренеть. Правильно мыслишь, чувак. Лучше дай моему гибриду место. Нет, не смей. Я же сказал, не смей. Не бил. Вот так вот, чтобы потом моим легче было. Ну давай, ставь свою однушку. В самое сердце. На поражение. Небилушка. А, ты боишься меня? Ну давай, давай. Окей. Значит, у нас вообще 300, а вот так 4 на него. А, так-то значит. Окей, давай нападай. Вот дурачок ты. Я сейчас своему тому отдам очки. Чувачку. Ой, дебил, зачем? Мог и выиграть. Ну что ж, тебе конец от моей, от моего тритончика, вот так тебя назову. Ты мой хороший красавчик.
Ну что ж, я охренею, если у меня в рулетке выпадет этот чувак. Просто охренею. И сейчас мне упадает тот чувак. Почти что, почти было счастье в руках моих. Почти. Охренеть, почти. О, еще схватку. Мне ж посрать, мне до хрена баксов теперь. Буду много вести. Буду много боев делать. Мне ж до хрена еще баксов. Я ж выиграл в конкурсе. Я теперь четкий. Так, птеродактиль, нать бы по носу, но как бы он не ответил. Пожалуй, на щит. А, он и не собирается, мы это меняться даже. Умно. Так, я понял его тактику. Он сейчас убьет моего индомуса. Ладно, зато всю атаку использовал. Так, и себе отдам очки. И все будет шикарно. Инорочек, что ж ты делаешь? Не даешь мне спокойно выиграть. Давай сожри своим чувачком. Ой, дурак, зачем? Ладно, посрать, я ж выигрываю. Пока. Дебилка. Ну что ж, давай крутить рулетку. Если в рулетке сейчас что-нибудь классное выпадет, я просто охренею. Так и знай, братишка. Это ж лига хищников. Тут может что-нибудь классное выпасть. Ух ты ж, как ты меня радуешь сегодня. Баксами сыплешь. Ладно, давай еще. Так, ты проводишь атаку, да? Бессмысленную атаку. Ты ж дебилка. А у меня есть над тобой преимущество. Я сейчас могу набрать атаку побольше на тебя. Какой бой на равных сейчас будет?
проигрывать тут нельзя. Ну чё, давай, атакуй. Ладно, неплохо. Значит, мы на тебя ставим пятерочку и очок. На! Как хорошо-то я у тебя откусил. Ну что делать-то будешь, а? Ты ждешь? Ну давай жди, лучше вообще выйди из боя. Офигенно, спасибо, дурачок. Дурачок, вот просто дурачок. Отвлекся, наверное. На-ка. Давай, бей. Так, ты произвел атаку 2, да? А посрать. Все равно ты уже просрал. Трешечку поставил. Ну ладно, неплохо, неплохо. Не боишься ли ты моего птеранодона? Если ты его боишься, то ты просто молодец, потому что его бояться надо. Он тебе сейчас таких щей сделает. А, не боишься, значит. Ну ладно. Значит, стегоцератопс боишься. Потому что от него тебе сейчас кранты просто будут. Коза рогатая, бадай. Тыш, нокаут. Улетел. Как хорошо-то. Ой, рулеточка, рулеточка, вот бы мне набор выпал. Пожалуйста, рулеточка, я тебя прошу, ну пусть мне у тебя выпадет этот набор. Я тебя просто умоляю, рулеточка. Сейчас уже опять в доминаторы вернусь. Так и вот так. Охренеть, так быстро был. И давай баксы. О, красавчик, баксы мне возвращает. Ну ладно, гоу еще. Только для начала посмотрю, кого мне еще вывести можно. Из випки. Скалозавр, ты... Вот тебя только и все, да? И больше у меня нет випок. Давай. Активируем за 25. И тут активируем. Пусть выводится. Давай посмотрим, на что ты годен. Это не Калерус. Випский мой. Так, потом... Сейчас вот тебя выводим. Выведем. За 50 баксов. Шикарно. Да не Калегрус. Пушистый такой. Прикольный. Я смотрю, ты профессионально урон-то наносить будешь. Это на 10 уровне, да? Ну ты мощный, братиш. Тебя, в принципе, сейчас можно в бой взять. Так. Тебя возьмем.
Тебя возьмем. И тебя возьмем. В бой. Уже 10 тысяч баксов я отдал, охренеть. Какой интересный у нас сейчас бой будет. Мне даже интересно стало. Вот это правильно, давай завали меня. Дурачок. Горгазух. На-ка. Вот дурачок. Так, так теперь пойдем. И очко еще добавим. На-ка. Вломил. Ну чё, бьёшь типа, да, давай. Рискни. А вот это вот правильно. Так и надо. Не идти на риск. Потому что сейчас мы с тобой закончим. Эх, почти что, почти что. Фортануло. Давай, заканчивай, профессионал. Троечку у него, щит на двоечке тогда получается, да? Ну чё ж, давай рискнем. О, как хорошо вломил. А у тебя не должно хватить, мистер. Хотя, в принципе, прощай, динозаврик мой. Ну ладно, зато я проиграл с достоинством. Так, еще давай схваточку. У нас будет Индоминус. Моя старая команда пойдет в бой. Давай-ка, схваточку, 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 давай. Серия у нас такая классная сегодня. Что-то мне какие-то сильные чувачки попадаться стали. Мне это не сильно нравится. Так, ты сейчас махнешься на того, да? Ну давай. Возьмем очко. Так, вломил мне, да? Вот тебя сейчас тоже вломим. Ты только не переживай, ладно? Не принимай это близко к сердцу. Вот так вот. Давай, давай. Все так. Вот ты молодец. Прям как я хочу делаешь. Ты ж сейчас продуешь, чел. Против Индоминуса-то. Шикарно. Ну чё, будешь гасить? Или засычковал? Ну да, забоялся. Давай возьму очки. А теперь будешь гасить? Интересно. Ну ладно. Сейчас разберемся с тобой до конца. Иного выхода нет. Тыщ. Отлично.
Моя любимая команда тащит. Я не успокоюсь, я сегодня вообще долгое время буду эту рулетку крутить. Я хочу этого турнирного динозавра. Так, я уже в лиге Доминатор. Опять. И обычный набор, ты серьезно? Ладно, давайте. Еще пару раз сыграем и завершим серию. Она у нас в этот раз большая. Так, в этот раз возьмем тебя, тебя и тебя. И посмотрим, что будет. Оба-на, команда-то такая слабенькая попалась, это хорошо. Ну что, давай. Меняйся на своего этого. А, ты решил меня завалить, да, хитрюга? А, ты забоялся меня. Индоминус Рекс круче. Индоминус Рекс рулит. А ты ничто по сравнению с ним. Ах ты ж зараза. Ну ладно, ладно. Учтем, что ты такая сволочь хитрая. Так, осталось... Надежда только за моим стегоцератопсом осталась. Давай атаку 3 ставь. О, молодец. Так, у тебя остался щит, это на щит. Трёшку и себе щит 2. Да как так? А, блин, у тебя ж 86 хп, ё-мазай. Ладно, поцарапали мы тебя. Неплохо так. Так, щит 3 и очко 1. Давай еще раз. Собака некрещенная. О, молодец. Если я затащу этот бой, я просто охренею. Так, он не побоится меня уже атаковать, да? Ну ладно, давай щит. Будем молиться, что он ступит. Хотя он ни хрена не ступит. Интересный бой такой получился, но я пролетаю в нем. Да, я в нем пролетаю. Ладно, давай еще один бой в Лиге Доминатор сделаем. В Доминаторе больше всего. Может выпасть набор. На сегодня суббота. Да, суббота. Так, ну что ж. Возьму свою любимую команду и завершаем на этом серию. Охренеть. Чувак, ты чё? Ни хрена себе ты. Мне страшно, чувак, ты кого на меня поставил, а, чувак?
сдурел. Он просто сдурел. Щит. Вот так, да, да, давай. Хитрый ты. Дурачело. Охренеть у тебя хп. Слушай, а тебе этот бой честным? Слегка нечестным, не кажется? Охренеть. На все посрать. Ладно, давай, получай. По полной. На. Горгазух ты гребаный. Ладно. Что ж, дорогие друзья. С вами был Тутем Пауэр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не пропускайте новые видео. Всем удачи. Всем пока. Ждите новых серий.